Жители поселка Пенюк уже несколько дней живут в страхе и боятся выходить на улицу. Камеры наблюдения сняли целую стаю волков, которая проходила прямо по жилому району возле домов. Люди сообщают, что на днях волки загрызли домашнюю собаку. Неожиданных и опасных гостей жители поселка Пенюк видели даже не на одной, а на нескольких улицах. Люди говорят, что волки и раньше заходили зимой в поселок, но чтобы целая стая, такое впервые. Люди боятся за свою жизнь и держат рядом перцовые баллончики. После того, как стало известно о визите стаи, там была организована облавная охота на волков. Охотникам удалось добыть пока только взрослую волчицу.